2 августа 2007 года этот инженер-подводник, командир глубоководного аппарата «Мир-2», впервые в мире достиг дна в географической точке Северного полюса и установил там флаг России. В Норвежском море 9 раз погружался для контроля экологической обстановки вокруг затонувшей подлодки «Комсомолец». В 2002 году он исследовал в Баренцевом море атомную подлодку «Курск». Летом 2008-го на Байкале впервые погрузился на аппарате «Мир» в пресную воду. Этот инженер более 80 раз спускался к затонувшему «Титанику». Ему присвоено звание Героя Российской Федерации. Он награжден Орденом Мужества. Кто это российский инженер? Евгений Сергеевич Черняев.